Вниз спустимся, сидим по ходу. Да, идем. Ух ты, дебил, ё-моё! И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, King of Fire, Lockdog. Сайбернот, Сенко, хлопчики, скажите классные слова. Всем привет! Hello! И все пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы сегодня выслеживаем аниматроников и мочим их. Вот он! Так, внимательно. Первый контакт есть. Осторожно. King of Fire убил Сенко. Давай, нагибай. Марионетка. Серега, я вспомнил. На расстоянии надо мочить. Надо валить. Ну нафиг, марионетка очень жесткая. Я ее боюсь, если честно. Очкую чуть-чуть. Так, пацаны, вы где? Серега, ты где? Ты где? О, нашел нам мира. Я зади тебя. О. Так, надо его искать, пацаны. Где-то он зашкерился. А вы его убили? Вот он стоит. Вижу. Где он? Убили Сережку. Опять. Да ну Серега. Че он тебя мочит? Слышь ты? Я его закрыл там, Серега, я тебя жду. Бегу. Мы бежим. Лагдак! Убил меня. Обстоятельства. Блин, Серега, что-то мы его убить не можем. Сколько у него жизни? Серега зашел. Убийца аниматроников. Ой, Сенко, извини, я не хотел. Да убейте его. Серега! Это было смешно, мне понравилось. Да тут не гоните, ну что за убийцы друг друга? Я его убиваю. Так убей! King of Fire, не пополняй себе жизни, пока мы тебя не убьем. Так нечестно, ты жизни пополняешь. Вот это убийца. Я даже не знаю, как его убить, этого придурка. Я убил его. Короче, можем использовать пригвождатель, Серега. Он не тут. А он не тут? Там. Он вон он тут. Вот. Да ты тварь! Да смотри, что делает, ребята. Нагибает нас. Так, Серега, я тебя жду где-то. Где? Ну вот тут на мостике. Стоп, а что за гвозди? Да вот не знаю, пригвождательные. Мяк. Я его пригвоздил. Нагибаем. Офигеть, сколько у него гвоздей! Ой, Серега, это вот это точно обстоятельство. Это реально давайте, не. Давайте дадим аниматронику фору. Да, уходи. И я ему помогу в этом. Гвозди. Надо ждать. Мы тебе помогаем. Все. Беги. Все, я ему помог. Так. Запасаемся оружием. Серега, какое оружие ты будешь брать? Пригвождатель. А я тогда возьму, раз ты его пригвоздишь. Я возьму его и убью. Давай. О! Я возьму замораживатель, буду его замораживать. Сам Димас, а что это? Я не знаю, что это за оружие такое.
Заморозка? О, это очень имбовое оружие, но 5000 тоже это закончится. Ну, когда мы его заморозим и разморозим, у него сотка остается. Всегда. Независимо, сколько у него жизни сейчас. Проверяй, Серега, я иду сзади. Вот он, вот он. Ай, нашли? Помогу. Дурак, что ли? Все. Тихо, 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 тихо. Да тихо, стойте. Да ну успокойтесь, пацаны, ну что вы все? Я его заморозил. Готовьте пригвождатель, Серега. Готов. 3, 2, 1. Убили. Вот это мы убийцы. Серега, ты молодец. Идите вот сюда. Вижу, вижу. Шериф, идите нас. У нас сегодня РП немножечко, да, будет? Да, небольшой. Так, а ну расскажите предысторию, что же случилось, почему мы ищем? Аниматроники ворвались... Так. В базу фонда SCP. Так. И наша задача ликвидировать их, либо поймать живыми. Ну и все предпочитают ликвидировать. Так. А вот тут... Будьте осторожны. Они опасны? Очень. Кетер. Серега, ставь тут спаун. Сейчас. Оно здесь. Аккуратно. Да блин, я видел. Нет. Ого, гвоздей сколько. Ну. Убил. Подвиньте. Бегу. Иду, 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 Серега. Он тут там. Я его заморозил. Стой, стой, стой. Отлично. Готовься размораживать его. 3, 2, 1, 0. Отлично. Ребята, вы молодцы. Да нам какое-то другое оружие дадим. Мне кажется, хорошо. Чересчур имбовое. Не, ну это была проверка, что мы можем любого аниматроника поймать так. О, я тогда беру попугаев. Это не сильно имбовое? Не пойти. Так, осторожно, Серега. Осторожно. Давай, Дим. Давайте я первый пройду. Дим, я пройду впереди, у меня будет. Осторожно, взорвется. Он тут, он тут. Он здесь где-то аниматор. Ого, жахнул. Он здесь. Ой, а Серега. Ты таки убил нас, да? Подлец такой. Да. Включаем фонарики. Внимательно. Ай. Где это? Сенка, дай. Не запустился. Ой, пацаны, извините. Ай. Да ну иди, все, больше не буду, не буду брать это оружие. Галимое оружие оказалось. А, Серега молодец, спауны тут подставил. Красавелла. О, базука. Мной. Базука, базука. Он под лестницей, он вниз встал. Мочим. Убили. Убили, ты так увлекся просто, извините. О. Чему я такой имбу? Да ну блин, я по инерции. Убил. Убил, да ты псих. Что происходит? Серега, ты где? Я тут. Сзади. Где он? О, кто-то заспавнил крутые вещи. Я тут. Пойдем. Сенка, блин. Ну а что делать? Я проверю. Где он? Я слышу. Дима? Он вниз спустился, Дим, походу. Да? Идем. Ух ты, дебил! Ё-моё! Слышь, это было очень как-то неожиданно. Это ж стоял тупо постоянно ждал вас, пока мы туда зайдем. Моя школа, молодец. Сенку открой. Сейчас. Он там все еще. Ну, в этой двери. Так, Серега, идем. Он спускается вниз, сразу идем. Говорю, он вниз. Так. Давай он сюда. Кстати, стоп, надо как-то засесть. Серега, я буду минировать комплекс. Давайте. Он внизу. Давай. Он внизу. Он вызвал лифт, пацаны, я один поехал. А, не взрывайте мину, не взрывайте, идемте за мной все. Мы должны все активировать бомбу. Активируй. Уходим, уходим. Тут много аниматроников.
Нам их не убить. Он тут, он тут. Активируйте, убегайте. Уходите, уходите. Бегите. Мы не выживем. Будьте аккуратны, я сейчас растяжки здесь поставлю. Ух ты. Дима, ты его не убил. Ой-ой-ой. Ой, как они активируются красиво на расстоянии. Мы не убили аниматроника? Нет, не убили, он внизу был. Он в... А, нет, он бегает. Живой? Да. Секретное оружие взрываю. Должно убить его. Ё-моё. Не убила? Нет. Слышь, ты, вечный. Мы взрывы активировали сильную бомбу. Какие бомбы они активировали? Ой-ой-ой. Нифига себе мощную бомбу. Это, Серега, ты взорвал? Молодец. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Ой, красиво, Сережка, молодец.